Добрый вечер, собака. Добрый вечер, уважаемая многочисленная публика. Добрый вечер, дорогие любители мира. Первой половины сентября, вот уже несколько лет, мы традиционно проводим фестиваль русского блюда. Первая половина сентября настала, и традиционный фестиваль мы открываем. Я хочу вам сразу принести свои извинения. Только что мне позвонили одни из участников арт-бордель, и что-то они решили меня предупредить, что они сегодня не выступят. То есть, ну, можно это как шутку, то есть воспринять, там, похоже, я не знаю. То есть арт-бордель сегодня, наверное, не приедет. Первая группа, которая сегодня будет выступать на сцене, раньше называлась «Оркестр тяжелого блюза», теперь они называются «Оркестр таежного блюза». Ребята совместили в своем творчестве звук групп русского рока и черный блюз, настоящий черный блюз. Так что встречайте «Оркестр таежного блюза».